Участниками фестиваля красок стали сотни юных анапчан и гостей города-курорта. Все действие проходило под музыку. Разноцветные краски в буквальном смысле витали в воздухе, а в сквере имени Гудовича все желающие могли попробовать себя на тематических интерактивных площадках. Для жителей и гостей города провели мастер-классы по плетению ярких браслетов и изготовлению вееров. Здесь можно было поиграть в настольные игры, полазать в веревочном парке, порисовать и поучаствовать в играх. Гостей ожидала концертная программа. В торжественной части самых активных молодых анапчан наградили благодарностями городского управления по делам молодежи.